Теперь нужно вернуться к роду. Сначала испытай ледоруб. Вон на той скале. Thank you.
спасибо Роту за его тренировки. Все эти бесконечные походы и мучительные восхождения, он как будто готовил меня к чему-то подобному. Теперь совершенно ясно, что здесь живут люди. Их целая организация. Они убивают вновь прибывших на остров, некоторых принимают к себе. Но зачем? Похоже, это какая-то секта. Но чему они поклоняются? Чего хотят? Что ищут? Золоченые фигуры. Двор императрицы. Жертвоприношение, убийство. Нигде нет сведений о таких обрядах Яматая. Возможно, их просто уничтожили. С помощью можно подняться наверх. Возможно, это возвели в честь ее жриц. Невероятно. Ух ты!
никого нет! Они никогда до сюда не доходят! Что? Возвращаемся в бункер! Черт! Нужна помощь!